дополнение к опыту, полученному посредством органов чувств, человек обладает информационной системой, состоящей из опыта, порожденного внутренним миром, такого как мысли, убеждения, ценности, самоощущения. Эта внутренняя система знаний создает набор внутренних фильтров, которые сосредотачивают и направляют наши чувства, а также опускают, искажают и обобщают сведения, поступающие через органы чувств. Сенсорный опыт является первичным способом получения новой информации об окружающей действительности. Нередко фильтры уже сформированного знания отметают новую и потенциально значимую сенсорную информацию. Одна из задач НЛП – помочь людям научиться воспринимать больший объем сенсорного опыта. Для этого мы должны научиться снимать внутренние фильтры и получать непосредственный сенсорный опыт из окружающего мира.